Друзья, я совсем недавно рассказывал и показывал, как сделать проверку по Instagram-подпискам вашего профиля для Android-устройств. Сегодня я хочу вам продемонстрировать, как это сделать для iOS-устройств. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Так, смотрите. Хочу сначала вас предостеречь то, что если вы даже найдете какие-то сервисы, приложения, на котором я, допустим, продемонстрирую, когда вы будете авторизироваться, вы сделаете проверочку, но сразу же после этого смените пароль, чтобы не потерять ваши данные, а именно не поделиться с разработчиками, потому что они несут ответственность за конфиденциальность ваших данных. Это сугубо вы делаете на свой страх и риск, поэтому, чтобы избежать хищения данных, вы обязательно после проверки смените все пароли. Все это самое главное, что вам было нужно знать. А сейчас к демонстрации. У нас есть отличное приложение, которое называется «Аналитика», а именно «Аналитика Instagram». Как она работает? Вот вам нужно нажать «Начать анализ». Один раз делаете бесплатно, вот как я в данном случае. Нам покажут новые подписчики, вот потерянные подписчики, посетители профиля там и так далее, и так далее. То есть это у нас платная функция, это у нас та же платная функция. Я не подписан в ответ. Это те подписчики, которые подписаны, вот естественно, я не подписан. И вот те подписчики, на которые не подписаны на меня в ответ. Вот, вот это вот все то, что есть в данном приложении. Я вот совсем недавно записывал то, что есть для Android устройства. Вот вам, пожалуйста, для iOS. То есть, как минимум, вы можете посмотреть на тех негодяев, которые не подписаны на вас. Вот, заходите в App Store, просто пишите «Аналитика Instagram». Вот оно самое первое, вы его качаете. И, в принципе, оно работает. Регистрируйтесь, конечно же, и используйте приложение. Но желательно после этого измените пароль, чтобы не было взлома и так далее. Итак, вот, друзья, ничего сложного, как видите, нет. Все ссылки будут в закрепленном комментарии, не в описании под видео, а в закрепленном комментарии. Точно так же я оставлю ссылочку на видео, то, которое касается для Android устройств. Практически то же самое. Только для Android устройств, как вы поняли. Вот и все, друзья. Если вам будет что-то интересно, непонятно, пишите в комментариях. Я всегда с вами 24/7. Отвечаю абсолютно всем. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.